Всем привет, друзья мои! Приветствую вас на канале Soft Decor New. Кто еще не подписался, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Сегодня хочу вам показать, как связать вот такое маленькое сердечко. Нам понадобится наполнитель, любой шнур или пряжа. Я буду вязать из тонкого шнура карамель 2 мм, полиэфирный без сердечника, крючком 3 мм. Все эти материалы вы можете приобрести со скидкой 5% по моему промокоду, который находится в описании под роликом. Начинаем с кольца амигуруми. Делаем петлю и вяжем 6 столбиков без накида. Затягиваем. Можем приготовить маркер, чтобы мы не путались в рядах. Второй ряд вяжем в каждую петлю по 2 столбика. Раз, сразу отмечу. И сюда же 2. И так в каждую петлю по 2 столбика. И у нас должно получиться 12. Следующий ряд мы вяжем в одну петлю 1 столбик, следующую 2, то есть делаем прибавку. 1, следующую 2. И так чередуем. 1, 2, 1, 2. И у нас должно получиться 18. Следующий ряд, четвертый и пятый, мы вяжем без прибавок. По 18 петель получается в каждом ряду. Все, я провязала 5 рядов. Я снимаю маркер. Сейчас нужно спрятать там ниточку. Эту я обрежу. И нам нужно связать еще одну такую детальку. Только нить уже обрезать мы не будем. Вот я уже обрезала шнур. Сейчас я свяжу
еще одну петельку соединительную, чтобы соединить с предыдущей петлей, вытяну. Все, и теперь буду вязать такую вторую половинку. Я беру две половинки. И мне их нужно соединить. Вот здесь, где была последняя петля, следующую я соединяю. Только беру нашу нить основную, второй половинки, и провязываю, соединяю, провязываю столбик. И нам нужно связать 7 столбиков без накида. Это у нас уже будет первый. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Теперь мы делаем одну убавку за одну перемычку и вторую петельки, соединяем и еще раз, и вяжем еще 7 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Дальше мы соединяем с первой половинкой. Мы здесь пропускаем. Вот где у нас тут провязана была петелька, пропускаем раз, два и вяжем дальше. Соединяем хорошо. 7 петелек. Там ниточку оставляем и потом еще будем соединять. Так, одну провязали. Два. Три. 4, 5, 6, 7, делаем убавку, и вяжем еще 7 столбиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, и делаем убавку. Вот так мы уже соединили наши две части. Сейчас нужно соединить внутри две детали. Я просто возьму крючок поменьше и их как бы вместе пришью. Соединю друг с дружкой. Я продолжаю вязать следующий ряд. Вот где я закончила. Со следующей петли я вяжу 13 столбиков без накида и убавку. Так мы делаем два раза.
В восьмом ряду мы уже убавки не делаем, а просто провязываем 28 петелек. Так, вяжем в следующую петлю раз. Чтобы не запутаться, можно отметить маркером. Так, одну провязала, вторую. И так вяжем 28. А в девятом ряду мы вяжем 5 столбиков без накида, убавка, и так 4 раза. В десятом ряду 4 столбика и убавка, так до конца ряда. В одиннадцатом 3 столбика и убавка, так до конца ряда. Так, заканчиваю 11 ряд, и сейчас можно добавить любой наполнитель. Наше сердечко примет форму. Дальше вяжем 2 столбика и убавку, это будет уже 12 ряд, и потом 13 ряд, 1 столбик и убавку.
Ну вот, сердечки и готовы. Надеюсь, урок вам понравился. И ваши родные и близкие будут рады такому подарку на День Святого Валентина. Кто еще не подписался, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о моих новых уроках. Всем хорошего дня. До свидания.